Четвертый год подряд на искусственном водоеме в селе Ивановки цветут лотосы. Они уже успели стать местной достопримечательностью. Со всей области и не только сюда приезжают люди, чтобы полюбоваться этими восхитительными цветами. Первый бутон лотоса на местном озере появился в 2012 году благодаря учителям Ивановской школы Александру и Татьяне Титаренко. Они вместе с учениками решили поставить смелый эксперимент и не промахнулись. Первые два года цветы хоть и прорастали, но прижиться в водоеме не могли. Но это не остановило экологов. И теперь каждый желающий может посетить озеро с лотосами. Вечерами здесь очень много, на автобусах приезжает много очень приезжих. Титаренко Татьяна Ивановна и Александр Федорович Титаренко с детьми посадили эти цветы. Мы ходим, любуемся. Какие у вас вообще впечатления об этом месте? Ну, приятно, что как-то более красиво стало, не просто как болотце, которое заброшено, а красиво, что более людей больше появляется. Ну, а для меня, как бы, я такой человек, ну, есть да есть, как бы, я не понимаю в этом сильно ничего. Первый раз, да. Откуда вы приехали? С Благовещенска. Приятно, конечно, смотреть, да? Только идите, больше бы здесь лавочек бы понаставили администрации, чтобы люди могли прийти, посидеть, посмотреть, отдохнуть. Судя по всему, растения чувствуют себя замечательно. С каждым годом цветов распускается все больше. Многие считают лотос священным, ведь вырастая из мутной болотной воды, он остается чистым и свежим. А еще говорят, что лотос очищает пространство вокруг себя от негатива. Неудивительно, что настроение у всех, кто здесь находится, замечательное. Как же хочется сорвать этот цветочек и унести домой, но нельзя. Растение занесено в Красную книгу. Действительно, рвать лотосы нельзя. Это запрещено законом и традициями. А еще говорят, что сорвавшего священный цветок ожидают несчастья. Но желающие все же находятся. Поэтому берег с лотосами огражден. Повсюду висят предупреждающие таблички, а территория оснащена камерами видеонаблюдения. Сохранить редкое растение помогают также местные жители и дети из экологического общества «Ойкос». Цветок лотоса цветет 3-4 дня, но молодых бутонов еще достаточное количество. Поэтому у тебя, зритель, есть все шансы увидеть все своими глазами. Потому что передать эту красоту просто невозможно. Марина, дежурная по рубрике.